Бургер для американца все равно, что для русского борщ. Существует сотни рецептов самого популярного блюда в США. Неизменным остается главный ингредиент. Хороший бургер – это мясо. Мы используем стопроцентное мясо – говядину. Другие рестораны могут использовать не стопроцентную говядину. Они могут смешивать виды мяса. Майкл Дженниган ценит демократичный стиль в одежде и еде. Уже 30 лет он экспериментирует со вкусом самого народного блюда Америки. В этом сезоне предлагает попробовать сэндвич с голубым сыром. В далеком 18 веке добавляли в бургеры такие вещи, как кофе, такие вещи, как инжир, такие вещи, как халапеньо, либо какие-то специи. Мясо в традиционной основе бургера – круглая булочка, помидоры, маринованные огурцы и салат. Дальше все зависит от фантазии повара. Главное – не переборщить.